Здравствуйте, друзья! Вы смотрите медиа-журнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Мы продолжаем освещать с разных сторон проблематику семейной психологии и психотерапии. И сегодня мы будем говорить о таком аспекте семьи, как отцовство. Я хотел бы представить вам участников нашей сегодняшней передачи. Это Светлана Валерьевна Липпо, практикующий психолог, кандидат психологических наук, доцент Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валенберга, ассистент Восточноевропейского гештальт-института. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Кирилл. И Михаил Сергеевич Зотов, детский и семейный психолог, руководитель клуба «Я классный папа», «Папа быть здорово», частый психолог-эксперт в передачах Центрального телевидения. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Михаил, свой первый вопрос я хотел бы адресовать вам. Популярное, даже избитое, но, конечно, важное словосочетание — материнство и детство. Государство организует целые программы, посвященные материнству, поддерживает его. Это название дают целым телеканалам. Почему, на ваш взгляд, тема отцовства при этом остается в тени? Ведь я уверен практически, что у мужчин проблем не меньше. Очень сложный вопрос. Почему? Потому что у нас нет института, у нас нет базы, чтобы транслировать отцовство как отдельное направление, к сожалению. Мы за столько лет не создали некую структуру, помогающую отцам быть отцами и понимать важность отцовства, к сожалению. Это ошибка чья? Это вот... Вы знаете, наша это общая. Да, вот, к сожалению, да, это странная вещь, о которой мы никогда не задумывались. Посмотрите, как интересно. И в советское время, даже в царское время, до сегодняшнее время, да, мы так и не приступили к этой теме. Только сейчас, вот благодаря вашей передаче, благодаря другим передачам, мы как-то потихонечку начинаем говорить о том, что слушайте, а ведь правда, а ведь про отцовство никто нигде не говорит. Книг специальных нет, этому нигде не учат. А в школах такого предмета вообще нет, хотя, как казалось бы, со школы-то и надо начинать. С последних классов, 10-х и 11-х, надо молодежь готовить к отцовству, учить быть отцом. Ну и этого все равно не делается. Нету этого. Это в пространстве только сейчас начинает формироваться. И то, что формирует, формирует ваша передача. Светлана, а каково ваше мнение об актуальности и важности темы отцовства? Я знаю, что вы научно исследовали эту тему, и ваша кандидатская диссертация называется «Образ отца как фактор самоактуализации личности». Да, все так. Я совершенно согласна с Михаилом в том, что эта тема очень актуальна, и действительно она была забыта. И это связано в том числе с нашей историей. В советское время на самом деле и про женщину-мать вспоминали далеко не всегда. И воспитание детей отдавалось в основном государству, а не семье. Семья должна была только заниматься воспроизводством. Сейчас интерес к этой теме действительно возрос. И почему это сейчас очень актуально? Это связано с тем, что вот именно в наше время, в отличие от всех других времен, мужчины стали заниматься детьми больше всего. Mm-hmm. То есть на самом деле история не знала такого количества внимания мужчин к детям, какое mm-hmm. они посвящают сейчас. И противоположная тенденция, противоположный феномен нашей жизни в том, что сейчас самое максимальное, опять же, число детей, которые изначально уже даже рождаются без отцов. То есть не то, чтобы у них был отец, и потом он ушел, был угу. потерян, а изначально ребенок рождается женщиной с формулировкой «для себя». Угу. Угу. Михаил, каковы роли отца в современной семье? И поменялись ли эти роли с вашей точки зрения, ну, скажем, за последние 30 лет? Кирилл, спектр вот этих ролей. Да, 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 да. Да. Дело в том, что я сейчас могу попасться в очень неприятную ловушку. Почему? Потому что я это буду транслировать то, как я это вижу. А так как, еще раз говорю о том, что институционально это не приведено в единую норму, угу. то и нам отталкиваться-то трудно от чего. Вот смотрите, как интересно. И каждый из нас может сейчас развернуть эту тему, то, как он это видит и понимает. И мы будем с вами здесь спорить, биться, доказывать друг другу что-то, но мы не придем к единому мнению. И в этом сложность, с одной стороны, но с другой стороны, в этом и важность того, что вы поднимаете. Наконец, вызвать в нас интерес к этому и начинать приходить к единству.
Да? Извините, что я так издалека начинаю. Конечно, важность отца незаменима. Спасибо вам большое о том, что, к сожалению, вы в ситуации, где нет отцов изначально. Да? И тогда какая тут тема может быть отцовства, если его изначально нету? Да? А хотя на самом деле какую-то часть того, что может принести мужчина в воспитании девочки, мальчика, это действительно возможно. Может и другой человек. Знаете, сколько историй, где приходящий папа или там родственники, знакомые мужчины привносят в развитие ребенка иногда больше, чем сам отец. Да? Uh-huh. Есть случаи, когда папа не дает что-то, а я получаю этот опыт от других мужчин. И тогда у меня возникает недоумение, а почему так случилось, что то, что я получил от другого мужчины, не давал мне мой отец. И вот это то, о чем вы сейчас затрагиваете, вот эту важность темы. Что тогда дает отец? Угу. И что он должен давать? Мы же никак не можем понять, что у нас есть три составляющие. У меня, как у отца, три составляющие по отношению к моим детям. Воспитывать, учить, любить. Любить, безусловно, учить. Как я, мужчина, могу научить мальчика, или как я, мужчина, могу научить девочку, и воспитывать. То, как я, мужчина, могу воспитывать мальчика, и то, как я, мужчина, могу воспитывать девочку. Вот три основополагающие вещи, после которых мы с вами можем тут обсуждать и биться, что называется, до конца. Но мне кажется, это три важные вещи. Воспитывать, учить и любить. Сейчас этого стало больше, чем 30 лет назад. Ой. Со стороны отцов. Вы знаете, это не больше и не меньше. Это про то, что мы стали на это обращать внимание. Мы стали, наконец, обращать внимание, что отец – важнейшая часть воспитания детей. Важнейшая. И без нее нам никуда не двинуться дальше. Нам не создать здоровое общество без отцовской составляющей. Это точно совершенно. Светлана, одна из ключевых идей, которая подтвердилась в вашем диссертационном исследовании, как я ее понял, заключается в понятии амбивалентности образа отца и его роли в семье. Могли бы вы для наших зрителей прокомментировать немножко, раскрыть эту идею? Да, и начать придется издалека, от архетипа отца, который представлен в мифах, например, в Библии. И там, если вы будете внимательно это читать, вы поймете, что образ отца на самом деле очень амбивалентен. Там не идет речь про безусловную любовь. Там он двойственен. Да, он двойственен. И там отец, с одной стороны, это защитник, это человек, который дал жизнь, это человек, который любит своего ребенка, но в то же время он может быть очень опасен. Смертельно опасен для ребенка. То есть он может наказывать очень жестко и жестоко. Он может ребенка буквально сожрать, скинуть со скалы или принести в жертву своему Богу, как это случилось в Ветхом Завете. Ну, ребенок не пострадал только потому, что подвернулся таки ягненок. И поэтому с точки зрения теории психоанализа нам очень важно проживать архетип целиком во всей его двойственности. Поэтому образ отца в современном мире желательно бы тоже иметь таким амбивалентным. То есть чтобы папы воплощали не только безусловную любовь, но и власть. И иногда достаточно агрессивную власть, которая жестко, четко ставит ребенку границы дозволенного. И когда ребенок приступает их, то за этим следует некое наказание. То есть папе позволено быть достаточно агрессивным к ребенку, но не деструктивным. И это идет на пользу ребенка. Вот основная мысль моего исследования в том, что на самом деле только хороший такой шоколадный ванильный папа очень не полезен для ребенка, потому что таким образом ребенок не сталкивается с агрессией. А именно при столкновении с папиной агрессией в семье ребенок учится вообще, в принципе, с ней быть и учится проявлять ее сам. Соответственно, если он с ней не сталкивается со стороны отца, то в дальнейшем, сталкиваясь с ней со стороны мира, окружающей среды, он может быть... Он лишен инструментов, он не знает, как с этим быть. И он не имеет каких-то уже готовых стратегий поведения в связи вот с этой агрессией мира.
А можно я еще тоже добавлю? Спасибо вам большое за это. И я бы еще отметил очень важную вещь, что действительно мужская фигура является как структурирующей всей системы семейной. Семейная все-таки это системность, некое отношение. И отец вносит некую ясность, структурированность этого. А теперь, подхватывая ваш вопрос, да, что, почему вы только сейчас на это обращали внимание, то получается, я сейчас боюсь получить от Светланы некоторое там возражение, да, но я все-таки произнесу это. Раньше в большинстве случаев структурировала женщина семейные отношения. Обратите внимание, очень много времени в нашем обществе структуризации семейных отношений была женщина, а не мужчина. И то, о чем вы говорите, это правда. Это должен делать мужчина, структурировать, создавать некую ясность, понятность взаимоотношений. Да. Я вас скорее поддержу и скажу, что это не то, что было когда-то. Скорее, это и сейчас именно так. Женщины в основном mm-hmm. структурируют семейную mm-hmm. структуру. Mm-hmm. Отец, ну так, второй родитель, родитель второй роли. Mm-hmm. Михаил, хочется поговорить о стилях отцовства, стилях воспитания отцов. Какие стили существуют и можем ли мы выбирать стиль? Есть ли у нас возможность выбирать стиль воспитания своих детей? Или мы предопределены во многом, зависим от того, как нас воспитывали наши отцы? Да, вопрос, правда, очень сложный, потому что можно придумать некую стилизацию, можно придумать некие, как сейчас говорят, характерологические особенности поведения, можно придумать таблицу того, какой может быть папа. Папа гуляющий, папа интересующийся, папа играющий, папа развивающий, да? Но все это будет не то. Это все про то, что вы сейчас сказали. Я папа такой, каким меня воспитали. И здесь радость и горечь. Почему? Потому что я что-то получил от родителей, и мне сказали, ты, папа, будешь вот такой. Смотри, как я это делаю, делай это также с другими. И здесь, наверное, можно вспомнить про то, о чем вы сказали, про семейные сценарии. Я вышел из семьи, мне выдали, знаете, как говорят сейчас, установочный пакет. Я видел, как общаются мои мама и папа, и я это схватил, я это в голове как-то уложил, и с этим вышел в мир. И начинаю транслировать то, что получил из семьи. И мой стиль будет тот стилем, который вложили мне мама и папа. И, скорее всего, я не буду даже догадываться, почему я так себя веду по отношению к своим детям. Только пройдя, как вы говорите, пройдя какое-то изучение себя, понимание себя, я могу сказать: «Вау! А я же веду себя по сценарию-то. Мама ж с папой так же ж». Да? Как у меня иногда бывали случаи, когда семейная пара разговаривает, один очень громкий, второй, девушка тихая. Я говорю: я вот вижу, вы какие-то очень разные. И молодой человек говорит: а у нас в семье так принято громко, так активно разговаривать, мы все так разговариваем. Она говорит: он все время кричит, я не понимаю, почему он все время кричит. А для него это норма, это нормально, вот так вот разговаривать, а для нее это непривычно. И тогда ребенок будет тоже отслеживать это, как-то с этим обходиться и с этим выходить в мир. И говорить о каком-то конкретном стиле, скорее всего, здесь нельзя. Ну, не, на мой взгляд. Здесь скорее нужно говорить о том, с чем я вышел из семьи, что мне семья дала, как я дальше себя это буду, как я транслировать из себя это буду. Вот то скорее это вот такой так индивидуальный вот стиль. Да, это совершенно верно. Индивидуальный, вышедший из моих родителей. Угу. А здесь шаблона нет, извините. Я бы добавила, что это, конечно, стиль, полученный от родителей, но преломленный через собственную личность этого ребенка, будущего папы. То есть он может получить стиль от своего отца, но если он характерологически будет совершенно другим, то это будет стиль, полученный от отца, но с учетом его личностных особенностей. Или знаете, как говорят, если девушки говорят, девушки ищут похожего на папу, да, либо вопреки, я ищу не такого, как бы был мой папа, да, или так же, как молодые люди, я ищу такую же, как моя мама, да, либо наоборот, вопреки, не дай бог, чтобы у меня была такая же, как моя мама. Зачем мне две мамы? Мне одной хватает. Светлана, за последние десятилетия стал возрождаться интерес к созданию многодетной семьи, семьи, где 4-5 детей уже не редкость. Как мужчине, являющемуся главой и кормильцем такой семьи, реально проводящему много времени на работе, не терять при этом роль отца и оставаться хорошим папой для своих детей, ну, в первую очередь с эмоциональной точки зрения? То, что Михаил сказал, любить. Я сейчас, возможно, скажу очень неожиданную для вас вещь, но дело в том, что качество папы никак не связано с его количеством в жизни ребенка. И в этом смысле папы могут совершенно спокойно ходить на работу и проводить там много времени. Ребенок реагирует не на количество отца в семье. Отец, постоянно присутствующий дома, скорее тормозит развитие ребенка.
поскольку отец – это тот человек, который выводит ребенка, наоборот, в мир, из семьи, в социум. Мама нужна дома, мама нужна в большом количестве. В таком, чтобы создать у ребенка некое ощущение безопасности, именно тыл. А отец нужен в социуме. И чем более успешен отец в социуме, соответственно, он много времени там проводит, раз он там успешен, тем, например, ребенок, мальчик особенно, получает больше посыл к самоактуализации собственной. То есть он такой пример, отец-пример. Да? И действительно, в моем исследовании это подтвердилось, есть очень четкая, жесткая взаимосвязь между успешным папой, который мало времени проводит дома, и высокой самооценкой у мальчика, стремлением мальчика к достижению разных успехов и высот. И, в принципе, уже даже у взрослых мужчин тем больше достижений, чем меньше они по времени общались со своими отцами. Но чем качественнее было это общение. Михаил, еще одна частая проблема современной семьи – это отсутствующий отец. Страдают при этом и обращаются за психологической помощью как раз другие члены этой семьи. Какие могут быть причины, варианты и психологические последствия для семьи в данном случае? Да, это, к сожалению, сложный момент и очень тяжелый момент. Это то, о чем говорила Светлана, да? Кто тогда, если нет мужчины, кто тогда протранслирует то, что должен протранслировать мужчина? И ко мне много обращались за советом: «Миш, что делать? Нету его?» Или «Вообще я не предполагала его. Вот есть, и как бы спасибо ему, пусть идет». Да? Тогда как быть, как ребенку дать, почувствовать то, что должен принести мужчина? Вот в чем вопрос. Где найти того, кто даст что-то моему ребенку, что должен дать отец? Тем более, что отца нет, и он этого уже не даст. Никогда. И здесь очень сложная история. Почему? Потому что как мне тогда вступить в коммуникацию с ребенком, объяснить ему, почему у него нет отца, чтобы он это пережил? Женщина вступила. Да, да, мама должна как-то пообщаться с ребенком, объяснить ребенку, почему у него нет папы, потому что в школе очень часто я слышу, когда у мальчика или у девочки нет отца, и как к нему или к ней в школе относятся, когда нет отца. Там тоже еще одна история, как ему пережить или ей пережить это. И что тогда делать маме, чтобы все-таки мой ребенок получил то, что он должен получить от мужской фигуры, да? Мы говорим немножко таким профессиональным языком, да, мужская фигура. Да? И кто может заместить эту мужскую фигуру? И в жизни очень часто мужскую фигуру замещают кто? Дедушки, братья, знакомые. Ну, как-то давая хоть что-то, компенсируя отсутствие от мужской фигуры. Иногда очень часто замещают дедушки. И здесь бы я, вы знаете, обратил внимание на то, что дедушки иногда, к сожалению, не дают того, что должны дать мужчины. Почему? А потому что дедушки, если брать их нормативы, ценности, знания, умения, они оттуда. А это другое поколение. И получается, тот опыт, который дедушка привносит в ребенка, опаздывает с тем, что происходит сейчас с ребенком. И получается, я тогда формирую в ребенке что-то, предназначенное для того времени, а сейчас другое время. И у ребенка очень трудно встроиться в социум. Почему? Потому что он как бы пользуется старыми клише, старыми нормативами, старыми правилами, и он никак не вписывается в общество, в пространство, в отношения. И он не понимает, он бьется, злится и атакует и маму, и он начинает выпадать из общества, из социума выпадает. И в этом большая проблема. И хочется найти того, кто бы мог бы. Один из способов, это подростковые группы. Детско-подростковые группы, где ребенок, приходя, общаясь с другими и получая опыт общения от ведущего мужчины, получит что-то, что не получает в семье. Но это только часть, это заменитель. Маме здесь нужно посоветовать все время быть внимательным, чтобы в ее пространстве появлялись мужчины. Да, ну понятно, мы, естественно, говорим о тех мужчинах, которые нормальные, да. Я не беру там асоциальные семьи, да, а мужчины, которые действительно могут пойти с ним в бассейн, да, пойти с ним в баню, да, поиграть с ним во что-то, пойти покататься на лыжах, предъявить что-то такое важное мужское, где он будет взаимодействовать с мужчиной и чему-то учиться, чему-то научаться. Ну, извините, вот, вот такую вот формальность. Ситуация очень сложная. И здесь решается мама, как обойтись с этим.
Многие мужчины с помощью или психологии, или самостоятельно могут начать на каком-то этапе видеть и признавать ошибки своего собственного отца. Они могут осуждать своих отцов или не осуждать при этом, но начинают искать, как не повторить эти ошибки самим уже, в своих собственных семьях, и самим стать хорошими родителями. Светлана, что бы вы как психолог и женщина могли бы сказать этим мужчинам? Ну, здесь ответ очевиден. Во-первых, хорошо, что они уже это замечают. Раз они это замечают, то половина дела уже, в общем-то, сделана. А вторая половина дела – это, в общем-то, все-таки научиться быть хорошим папой, то есть вообще понять, кто такой хороший папа. И для этого есть специальные организации, специально обученные люди, которые могут помочь в этом. Например, психологи, психотерапевты, которые могут дать информацию или проработать личные проблемы мужчины для того, чтобы он чувствовал себя более компетентно, более уверенно, для того, чтобы он вел себя таким образом, какой он сам оценивает как правильный. А иногда сложности таких пап – это недостаток информации? Просто в некоторых случаях это действительно просто недостаток информации. Мужчины в нашем обществе действительно не очень знают, кто такие дети и что им нужно этим детям. И очень часто папа, например, просто становится тенью мамы. То есть он пытается вести себя как мама. А эта роль уже занята, мама уже есть. И в таком случае в семье может возникнуть некая инверсия, когда папа копирует маму, мама, понимая, что отец не выполняет своих отцовских функций, становится как будто бы папой для ребенка. Uh-huh. То есть структурирующим, жестким, властным, волевым человеком, который говорит, когда идти кушать, когда делать уроки. И еще много-много-много там вопросов она решает, которые на самом деле не мешало бы решать папе. Uh-huh. Я бы еще добавила здесь очень важную вещь, которую иногда родители, консультируя родителей, принимают иногда очень с трудом, иногда даже обижаются. Я говорю, что иногда вообще-то по-хорошему нужно перед ребенком извиниться. На что удивительно, родитель говорит, как? Я извиняться перед ним? Ни за что. Почему это нужно? Это он должен извиниться передо мной. Иногда не хватает мужества отцу сказать, слушай, ты знаешь, я был неправ. И тем самым показать свою силу. Иногда признание ошибки показывает силу и учит очень многому. Что я действительно тоже могу ошибаться. Михаил, говоря о теме отцов, нельзя не коснуться сложностей, переживаний мужчин, планирующих и готовящихся стать отцами. С какими вопросами вам приходилось сталкиваться в своей практике в этом отношении? Очень важный вопрос. То, что, собственно говоря, опять тоже начинает формироваться, слава Богу, начинает формироваться в нашем обществе. Мы, наконец, задумались о том, что пап надо готовить. Да, как, знаете, в советское время. Девочки шьют, мальчики пилят. Да? Ну, у нас были уроки труда. Девочки нам готовили печенье, приносили, мы там табуретки делали. Вот. Так и здесь. Надо отцов готовить к отцовству. Рассказать им, что это такое. Что от него требуется. Что, оказывается, появление нового члена семьи меняет всю систему. Как-то до сих пор это не укладывается. Ну, ребенок появился, ну и что? Ну, а чего? Все так же будет? Нет. Уже вот так, как было, уже не будет. И вот с этой мыслью иногда почему-то родители не могут смириться, папы особенно. А что изменилось-то? Что такого-то? Ты дома целый день. Ну что, покормила, подгузник сменила, спи отдыхай. Покормила, подгузник сменила, спи отдыхай. Что-то сменилось-то? Что ты такая устала-то? А то, что действительно много что изменилось, и в нем тоже изменилось, и что он тоже другой, это как-то не понимается и не принимается. И пап надо готовить с момента, когда их супруги начинают еще только формировать в себе новую жизнь. Уже в этот момент надо папу готовить о том, что такое отцовство, что от тебя ждут, что ты должен сделать, как ты должен измениться, что ты будешь делать для вас теперь двоих. Теперь есть ты, а есть еще и они. И как ты с этим будешь обходиться? Этому надо учить. Мы этому не учим. Я согласна, что пап надо готовить, может быть, немножко раньше, не с момента, когда подруга или жена забеременела, а еще тогда, когда это мальчик, который, ну, в общем-то, уже начал задумываться об отношениях с девочками.
поскольку очень часто у нас у подростков есть отдельно отношения и есть отдельно дети. То есть как будто бы это не связано друг с другом. И хорошо, когда они понимают, что от отношений бывают дети. И если дети случились, то тогда жизнь будет меняться определенным образом. И вообще это надо вести в обществе на всех учебных образованиях, во всех учебных образованиях с первого курса института, техникума, университета. Это молодые люди должны проходить обязательный курс понимания, что такое быть отцом. Вот знаете, как на военную кафедру собирать молодых людей и начинать им это рассказывать. Это должно быть введено государством как отдельное направление. Вот тогда мы что-то сможем изменить. Угу. Извините, я прям как Жириновский тут. Светлана, к сожалению, не такая уж редкая история. Это отец-одиночка. Еще один фокус внимания. Мать погибла или отсутствует в этой семье по каким-то другим причинам, а мужчина пока не обрел новых отношений. Насколько реальна ситуация, когда мужчина полноценно берет на себя, ну, в общем-то, женские роли в такой семье, оставаясь один? Но она настолько же реальна, как и женщина, которая одна воспитывает, мать-одиночка. Мне кажется, наши женщины умеют брать мужские роли больше, чем мужчины. Вы знаете, женские. Я видела мужчин, которые очень хорошо умеют брать на себя, в том числе и оставшуюся функцию матери. Другое дело, что как в любой семье, где ребенка воспитывает один родитель, этот один родитель очень сильно перегружен. Он перегружен ответственностью, перегружен просто количеством дел, количеством функций, которые он должен выполнять. Соответственно, это родитель, который достаточно часто уже находится в безресурсном состоянии. То есть ему действительно нужна самому психологическая помощь. Угу. Ну, кроме реальной физической помощи. Поэтому ситуация реальна, ситуация возможна, особенно если есть какие-то еще члены семьи, то есть, ну, кроме мамы, там, у ребенка еще могут быть бабушки, дедушки, тети, дяди, которые помогают ему по мере необходимости. Но в любом случае, если один родитель начинает выполнять функции двоих, то, как вы понимаете, это уже несколько... хуже, не так качественно, как когда родителей все-таки двое, и каждый выполняет свою роль. Плюс ко всему, все-таки мы говорим, что в семье нужны два родителя разного пола для того, чтобы у ребенка был некий стереотип, некое представление о гетерополых отношениях. В семье, где ребенка воспитывает один родитель, отец или мать, у ребенка такого представления не формируется. И есть еще достаточно большая опасность, если этот ребенок девочка, то сделать эту девочку, ну, практически партнером по отношению к таким, такой маленькой супругой, которая начинает выполнять не роль ребенка в семье, а роль жены вот этого папы. Михаил, хочется немного поговорить о вашем клубе «Я классный папа, папа быть здорово», работа которого организована здесь, в Петербурге и в Москве. Кто является клиентами этого клуба и какие темы мужчины чаще всего поднимают в ходе его встреч? Спасибо. Немного рассказать об этом могли бы? Это клуб, куда приходят папы разных возрастов. Папы уже со стажем, еще не папы, да, а иногда и дедушки ко мне приходят. Я говорю, ну хорошо, а вам-то это зачем? Он говорит, у меня еще внуки. Я хочу еще с внуками как-то по-другому строить отношения. Ценность этого клуба заключается в том, что вот то, о чем мы здесь беседуем, где я рассказываю о том, что такое семья, почему семья – это система, как строится взаимоотношения в семье, как в системе, что, оказывается, семья проходит возрастные кризисы, как и мы проходим возрастные кризисы, что кризисы в семье неизбежны, что есть понятие границ семьи, что есть границы внутренние, границы внешние. Как раз одна из тем была «Зачем детям папа?» Дальше. «Зачем играть с детьми?» И до какого возраста играть с детьми? Что дает игра? Как играть с детьми? Потому что играть надо по правилам, оказывается. И в игре всегда есть логика, ее нужно соблюдать. То есть огромное количество тем, которые, с которыми постоянно встречаются папы разных возрастов. И все темы, они как бы переходят из возраста в возраст. Они пронизывают все возраста. То есть я подбираю темы, чтобы они, что называется в хорошем смысле слова, цепляли все возраста. Ну, тема, например, взаимодействия, горизонталь, там, сверху, снизу общение, да, это присуще любому возрасту. Независимо от того, 2 ему или 15.
Просто это по-разному воспринимается. Про границы то же самое. Что такое у ребенка границы? Когда он вырос, границы, закройте дверь, как у меня тут у одного мальчика 11 лет на дверях было написано. Входить только со стуком и получив обратную связь о том, что можно войти в комнату. Мальчик 11 лет. Да? Вот это про границы. Для кого границы? Про что границы? Тема границы, она всем понятна, и она по-разному проявляется. В 11, в 2 и в 20. А дальше. Момент, где дети взрослеют и выходят из семьи. Еще один момент, что это тоже некая кризисная точка семейных отношений. Дети уходят. Это кризис. Кризис семьи. И как справляться с этим кризисом? Потому что иногда родители не могут расстаться. Огромное количество примеров, где ему 45, мама уже пожилая, они живут вдвоем. Ну, хочется спросить, а кто без кого не может жить? Что происходит? Где не происходит сепарации? Да? Это про то, где мы не видим себя, про то, как мы не можем быть другим, про то, что мне нужно, почему от меня что-то ждут, почему я должен так быть таким. Но это все про то, что здесь, в семье, в семейных отношениях, не уходя куда-то в сторону. И огромное количество вопросов, возникающих у родителей. Классических вопросов. Что делать, когда ребенок кричит? Почему не остановить истерию? Почему нам с ним не договориться? Почему на мои просьбы он не выполняет просьбы? Почему он все время хочет со мной договариваться, а я от него требую? То есть постоянно живые отклики, опять же, о том, о чем мы с вами говорим, о нехватке информации. Вот это всегда удивительно, что все запросы пап от отсутствия какой-то информации о чем-то, об отношениях. О том, почему эти отношения не строятся. Про то, как мы понимаем друг друга. Умеем ли мы понимать друг друга. Все очень явно, реально. И здесь, про себя, про меня. Я могу прийти и поделиться чем-то еще. У нас в клубе мы придумываем ситуацию. Кто-то, папа говорит, я не знаю, как здесь делать. Я не знаю, как разрулить эту ситуацию. И я говорю, окей, давайте вместе с вами разберемся, кто бы как бы поступил в этой ситуации. И вот эта коллегиальность, эта открытость, возможность увидеть разный опыт и подумать о том, а действительно, можно, чтобы было вот по-другому. Что оказывается, можно поступить так и так. Что одни поступают так, другие так. Одна из тем была замечательная – наказывать детей. Знаете, как у Райкина? Чем бить? Как бить? Бить или не бить? Тема наказания. Да? Можно ли наказывать ребенка? Если можно, то как? Или до какой степени? А чем можно наказывать ребенка? Рукой можно? Нет. Тапком можно? Нет. А ремнем? Да? То есть все темы, которые они сами приносят в своей жизни. Uh-huh. И не стесняюсь делиться, потому что делиться негде. Почему я еще хотел это делать клуб? Потому что создать какое-то пространство, где я наконец могу прийти и что-то для себя безбоязненно прояснить, спросить. Потому что спросить-то негде. В интернете такое пишут, думаешь, господи, мама дорогая, это что ж такое-то? Это ужас какой-то. И ведь следует этому, что очень обидно и печально. Вот, собственно говоря, так вкратце эмоционально о своем клубе. Uh-huh. Светлана, а в чем, на ваш взгляд, отличие мужского и женского взгляда на формирование семьи? Что говорит ваш практический опыт и, может быть, научные данные? И практический опыт, и научные данные согласны в одном, что отличия кардинальные, очень большие. Мы сейчас как раз проводим исследование репродуктивных установок молодых людей, девушек и юношей в подростковом возрасте. И еще не выявлены результаты, пока не обработаны, но это то, что уже можно сказать сразу. Есть действительно отличия в том, как девушки и юноши относятся к рождению ребенка. Например, на вопрос, предполагаете ли вы рождение ребенка вне брака, вне отношений? Допустимо ли это с вашей точки зрения? Практически всегда девушки отвечают «да». Ребенок ценен сам по себе, независимо от мужчины, с которым я нахожусь. В то время как юноши отвечают на этот вопрос «нет». Ребенок нужен в браке, ребенок нужен в отношениях. И в этом действительно большая разница между мужчиной и женщиной. Тем, что для женщины достаточен сам ребенок, для мужчины очень часто ребенок и брак – это такие пакетные соглашения, один пакет соглашений. Если нужна, один плюс один. Один плюс один. Если нужна женщина, то нужен и ее ребенок. И, соответственно, если теряется интерес к женщине, если с женщиной конфликт, то снижается интерес к ребенку и участие мужчины в жизни этого ребенка.
И если разрешите, я хотел бы сделать послание к нашим зрителям. Дорогие друзья, не оставайтесь наедине с вашими проблемами. У нас достаточно специалистов, которые могут помочь вам. Приходите, решайте сложные ситуации. Тем самым вы сможете помочь себе быть более счастливыми в ваших отношениях. Спасибо. Я бы хотела обратиться к мамам, к женщинам. Мужчина – очень важный человек в жизни вашего ребенка. И иногда я понимаю, что про вопросы отцовства нужно говорить не с самим отцом, поскольку отец делает все правильно, а с мамой и бабушкой, то есть с женской частью семьи. Поскольку им кажется, что если он делает не так, как делают они, то это как-то неправильно, не так, и это может повредить ребенку. Если вы сомневаетесь, лучше прийти за помощью к специалисту, который компетентен в этих вопросах, нежели чем еще до этого, просто ориентируясь на свои представления о том, что ребенку полезно, нужно и как с ним следует быть, начинать форматировать поведение отца. Кстати, тут вот еще одна, после этого всплывает еще одна замечательная тема. Ну, не тема, а как бы момент, где, к сожалению, иногда отец атакован кем-то внутри семьи. Это не важно, бабушка, дедушка, там, братья, сестры его же, да, по возрасту, или мамой. То есть атака на мужскую фигуру, на отца, это очень момент, очень опасный для того, что остается у ребенка в памяти. И здесь нужно очень быть аккуратным. Почему, как часто бывает, да что твой отец, да я знаю твоего отца, да твой это, и все. И у ребенка складывается уже определенное впечатление. А если это мальчик? И что? У ребенка рушится система, да, власти, да, в семье. И после этого такого ребенка невозможно практически призвать к границам. Да? Поскольку если разрушена вот эта система власти, вертикаль власти, то есть и фигура, которая стоит наверху, угу, развенчана, то, конечно, ребенок начинает попирать все авторитеты. Да. И потом любое там обращение о том, что ну ты, отец, сделай что-нибудь, оно бессмысленно, потому что до этого мама и бабушка сами развенчали этого, да, отца. Да, да. Или там прямое послание, ну какой же ты отец, там пи-пи-пи-пи, да? Да никогда им не было. И опять, ну вот эти вот атаки, которые считывает ребенок, к сожалению, в нем остается. И что там осталось в детской душе и в детской памяти? Что он дальше понесет? Как он с этим обойдется? А если это мальчик, да? Тут очень важно об этом помнить. Что мы вкладываем в ребенка, показывая наши отношения? Ну, такая обширная тема отцовства у нас получается. Светлана, Михаил, я благодарю вас за то, что вы пришли, поучаствовали в записи нашей передачи. Спасибо большое за участие. Спасибо вам, Кирилл. Спасибо. Уважаемые зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. До новых встреч!